Прекратите этим заниматься. Это вообще Николаевна кошка. Ну я же заявление на вас написать могу. Вы что творите? Что? Дают. Ну и что, это способ реально, да? Убрать всех кошек? Это ж подсудное дело, в принципе-то как бы. У вас у самих животное, а вы такое творите. Ребенок смотрит, а тут дядька бегает с этими пистолетами, да с железными палками. Это нормально? Абсолютно ненормально в таком возрасте. Мама.